役に立つのさ。いつも泣いてたトナカイさんは、今宵こそはと喜びました。Поздравляю всех вас с Новым годом. Как вы видите, я, как вся украинская экономика, на костылях. Это неприятно, заканчивать так старый год и начинать новый год. Но у нас есть и приятные вещи. Вот осталось еще в моем мешке немного пива. В эти минуты мы особенно ощущаем свое единство. Которое, разумеется, я буду пить, пока буду общаться с вами. Итак, уважаемые средства массовой информации, в первую очередь я хочу поблагодарить вас за то сотрудничество, которое было у нас в прошедшем уже теперь году, за вашу активность, за ваше внимание к нашим проблемам и вопросам. Я хочу сказать, что, может быть, символично, мы начинали 2008 год с пожара рядом с нашего завода, заканчиваем год мы еще более интересно, с повышением огромных тарифов на воду, может быть, это символично. Вот киевская власть помогает нам этот пожар тушить. А что могу сказать главное? Мы вас точно без работы не оставим. Честь и слава вам, дорогие товарищи! Мы будем давать вам много интересных поводов для того, чтобы писать о нас в ваших газетах, журналах, на интернет-сайтах. Мы очень открытая компания и надеемся, что будете вести с нами тоже так же. Уважаемые средства массовой информации. Де б ти зараз не знаходився? Піди і купи пива. Якщо ти вже п'єш пиво, все одно піди і купи пива. Пива забагато не буває. Дорогі наші журналісти, поздравить вас з 2009 годом. Год, который принесет нам, несмотря на то, что мы думаем сейчас, счастье, радость. А самое главное, желаю вам всем работы. С Новым годом! Ура!